Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем играть в Ben and Ed. После предыдущего эпизода у меня напрочь отбилось желание вообще проходить эту игру. Ну, вы, наверное, немножечко не поймете мои чувства, мои ранимые чувства вообще, потому что я босса так мучился долго, так проходил, ну не только босса, и все эти гребаные лазеры, это для вас там все. Эпизод занял-то весь сам по себе порядка 15 минут. А для меня вот это все дерьмо вылилось, ну, где-то часа в два. Два часа, представьте себе. За это время можно много успеть сделать, да? Очень-очень многое можно успеть сделать. Вы даже себе не представляете, насколько многое. Таки, блин, тихо, блин. Ну ладно, тогда в другую сторону побежим. Ну, значит, я все монтажировал. Ну, значит, все склеил, как положено. Ну и получился такой чистенький вариант относительно, стерильный, скажем так. Без особенных эмоций. Потому что какие могут быть эмоции, когда речь идет о монтаже, и когда ты уже просто морально изнасилован игрой во все щели. Вот. И просто ничего не остается, как монтировать. Ну, согласитесь, кому интересно наблюдать за анальной дрочкой. Я не знаю, как просто это что назвать можно, безобразие. Ну, навряд ли кому-то это интересно. Конечно же, впечатление, которое оригинальное, это нормально. Ты вообще дурак. Вот куда он прыгает, блин? Управление в этой игре меня периодически в ступор вводит. Не, я понимаю, там хардкор, там и все такое, но, блин, не до такой же степени. Все охеревшее. Дико. Ёлопало. Беги. Ты краусавчик, да? Да, ты краусавчик. Осторожно. Ёба, блин, вот это термоядерная скорость. Ну ладно, хорошо. Тут, ёб, ладно. Я слишком много говорю слово ладно, я это понимаю, ребят. Но я по-другому никак не могу реагировать. А что мне еще сказать, когда вот такое происходит безобразие? Да, причем не один раз. Ёб! Так, ты присоединяйся, давай. Телу-то. А, у нее еще ножки остались. Так, вообще сказка. Чем еще там? Что-то еще оторвало? Руку отпилил, по-моему, да? Да и ладно, хер с ним. Главное, ноги целы. Ладно. Почему нет? Почему нет? Я скажу этой игре да. Если она не будет насиловать меня. Я все что угодно ей скажу. Я более того, может быть, даже ей все прощу, а может и не прощу. Это уже от настроения зависит. Пока что я не намерен ей ничего прощать. Потому что она вот издевается надо мной вот так вот. Вот я изначально вам, если кто помнит, а такие люди, скорее всего, есть, говорил, что эта игра очень напоминает мне Super Meat Boy. Да, это так, действительно. Но я, когда это говорил, даже и представить себе не мог, что эта игра будет такой же сложной, почти что такой же сложной, как Super Meat Boy. Но вот, тем не менее, так вот и оказалось. Ёлопало, осторожно. Аккуратно, двигайся. Не тормози. Так, давайте-ка мы сюда пойдем. Здесь, наверное, баночки есть. Не понял. Нету баночек тут. Вообще. Не грамулечки. Вот это было прикольно. Такой вупи. Давайте мы срежем. Потому что этот путь идеально подходит для срезания. Да, слушайте, и правда. Нормально. Осторожно. Вот так. Так, сколько мы там баночек собрали? О, почти все баночки. То есть такой уровень халявный. По сути. Ну и так это хорошо, когда мучиться много не приходится. Ну, почти хорошо. Ну, тут я тупо поторопился. Тут хорошо запрятаны эти молоточки для дрочки. Ну, я тебе говорю, ты вот сейчас вот пробежишь как положено, мужик. Да. Пробежал как положено. Да, детка. Ну-ка еще раз. Постарайся, засранец, блин. Ты. Ёпта. Ты смог. Ёпти. Ух ты ж, блин. Совсем не понимаю, где остальные банки. Эй, ладно. Наверное, это и не важно совершенно. Мне больше интересует, откроется ли у нас новые уровни. Или нет. О, да.
Открылся. Ай, ты молодца. И опять тут будет проваливающийся пол. Я думаю, что да. Ага. Так. Пианино есть. Пол отваливающийся. Есть. Зомби, который просто периодически тупой до нельзя. Есть. Юп. Ты чё? А чего это здесь теперь рушится сам по себе этот мостик? Да блин, я все время забываю. Забываю пробить эту стенку. Ать! Там бездна. Он падает вообще просто. Сколько ему хочется, столько он падает. Вот запомните эти места. Они такие придроченные тут уже. Тут понятное дело сразу. Вот я могу заранее сказать, когда они будут. Я пошутил. Вот сейчас я вам точно могу это сказать. Смотрите, вот здесь. Сейчас вот тут пробьет. Да, вот так. И здесь тоже. Ага. И вот тут. И вот тут. Это тварь. Забывается, блин. Тут просто как бы сначала очень легко определить, где нужно прыгать. А потом грань так ловко-ловко постепенно стирается. И ты уже перестаешь понимать, где дырочка, где не дырочка. Куда прыгать, куда нет. Где подстава, а где правда. Так, ну да. Контрольная точка — это хорошо. А тут баночек нету нигде? Похоже, нету. Совершенно причем. Эй, ладно. Это, наверное, не так-то уж и важно. Ёпть. Ты дурак. Ну-ка, беги. Беги, стерва. Ёлы. То есть даже так, да? Приходится теперь перепрыгивать и маневрировать между этими стервозными штучками. Да. Ёп. Ну вот, вот, ловкость. Ловкость рук и немножечко мошенничества. Вот что здесь нужно. Вот типа того сойдет. Я надеюсь искренне, что сойдет. А вот этот пол, по-моему, не рушится. Ёла. Да вы что ж творите-то? Блин. Так, обосратушки. Обосратушки. И чего? А, понял. Вот так вот. Эх ты, стерва, блин. Я же регбист профессиональный, блин. Почему я не попал в эту дрючку? Надо было попасть. Но башка не долетела. Не хватило силы. Все-таки зомби у нас хилый, дохлый. Кашку он не кушал, когда мамка давала. Поэтому он и сдох раньше времени. Но, как правило, вот он теперь совершенно бодрый. Но мышцы оставляют желать лучшего. Без анаболиков этот зомби ничего не сможет. Так, давай-ка иди сюда. Вроде здесь пока что все относительно так просто. Или я вру? Эй, тю, блин, какого хера ты соскользил-то? Там что, жиром там намазано все? Не понимаю. По-моему, там все жиром измазано. Тупо скользить начал вообще на ровном месте. Это херово. Оба-на! Вот так вот. Так. Давайте мы прям сюда, прям к краю встанем, чтобы уж наверняка... Я! Как ты, дурак, блин. Надо было не так высоко, наверное, целить. Целил высоко? Да. Целил я очень высоко. Наверное, из-за этого и такой фейл получился. Ну ладно, тут более-менее я уже понял, как все действует. Так, надо передохнуть. Управление подставить, чтобы нормально было. Да, хорошо. Вот то, что надо. Давайте вот так попробуем. Оба. Вот, да. Действительно. Ой-ой-ой-ой. Неприятно. Но кажется... Кажется... Ой-ой-ой-ой-ой. Вот. Давай-давай-давай. Контрольная точка. Контрольная точка. Вот, отлично. А, у нас есть выбор либо туда идти, либо сюда. А давайте сюда пойдем. А, там то есть ничего нету. Там все та же бездна. А бездна нам не нравится. Бездна нам не по нутру, не по вкусу, не по запаху, не по нюху, ля-ля-ля. Так, что-то там отрезали.
А вот теперь уже много чего отрезали, да? Ой-ой-ой. Ладно. Ну, там мостик был. Ой, а я что-то про слово почил, когда я ему там ножку отрезал-то. Ты подумай, как дерзко-то. Тут ничего нету. Ой, нога, нога, блин. Ой, родная. Покатилась ты. Я понял намек. Ой, тут еще все это обваливается. Ёлы-палы. Молодца. Добежал все-таки. Дотерпел. Умница. А дальше? Ой. Дальше тут ничего хорошего. Блин, ёп. Что-то мутно как-то, мутно. Баночки. Ну, надо было взять, потому что, блин, тут уровни-то новые нифига не открываются. И много еще тут таких закидонов. Ага, спасибо. Юла. Блин, ну тут надо нон-стоп уже бежать, получается. Но с другой стороны, мы понасобирали тут большую часть, ну как большую часть, несколько баночек мы собрали, так что гораздо проще будет, можно будет не отвлекаться на всякую шушерку. Юп! Нифига! Вот это было круто. Слушайте, если бы я еще сманеврировал и зомби мог, ну, как-то примоститься, то было бы вообще ништяк. Сразу так прям фастом перенести его, но нет. Игра сказала, это хер тебе в руки, а не огурчик. Ну вот и все. Пришлось подстраиваться под эту игру. А она, поверьте, она добра, эта игра не желает никому. Ее задача довести вас до инфаркта или сердечного приступа, хотя это одно и то же, по-моему. Ну, суть одна. Вас нещадно и во все щели. Вот так. Опа. Ать. Слушайте, ух. Блин, как козел скачет. Ну ладно, главное, справились. И почти все баночки собрали. Оу. И что там? Допрыгнет? А, ух. И что здесь? А, ну понятно. Все та же бездна. Так, опять? Блин, ты так стонешь-то эротично, что ж ты? Ой, блин, ты куда прыгнул-то? Зачем? Ну-ка, еще раз. Так, вот, аккуратно. Что-то как-то мне не нравится, это все попахивает неприятным запахом совершенно. Неужели сюда нужно? Да. А, дальше? И к чему бы это все? Не понимаю я юмора. Теперь я понял, в чем юмор. Юмор в том, что нихера не понятно, куда здесь надо двигаться. FPS, конечно, пипец проседает. На ровном месте. Физика тут жесть как. Систему нагружает. Перенагружает даже, так можно выразиться. Сюда, наверное, надо, да? Ну, как бы похоже на то. Так, подожди, курвец. Куда же нужно-то? Эй! Слушай, что за... Что за... Что за ёпты-то? Как? Ладно. И самое важное, что я понял, куда нужно двигаться, в какую сторону. Вот, вот это самое ништяковое. Теперь надо понять, куда после вот этой вот кнопки двигаться. Сюда, может, слушайте? Ага. Да. Или нет? А давайте попробуем. Ёпть! Понятно, вот перекосило что-то по-жесткому совсем. Ну-ка. Давай-ка. Ой! Вот так. Хорошо. Нажимаем эту кнопку. И теперь сюда. Давайте попробуем. Оба. Теперь сюда. Может быть туда куда-то? Или же... Ты дур... Блин. Может быть, прыгнуть нужно было обратно? Мне кажется, что именно так, да. Что там какой-то хитрый такой путь.
котором я даже не подозреваю. А здесь специально сделано все для того, чтобы мы могли запрыгнуть вот именно вот сюда. Вот. А, да, точно. О, замечательно. Давай. Блин, ничего не видно. Допрыгнул. Вот так-то. Ух ты, ёпте. Не надо, не шали так, мужик. Это и так опасно. Ой, тут еще все это рушится. И сейчас тут сломается, да? Ага, все верно. Так. Аккуратно. Не ломай себе ничего, братиш. Вот, красота. Ну, они одну только баночку не собрали. Но от этого как бы хуже совершенно не становится. И так много очень получили этих банок. Ага. Великолепно. Что здесь за уровень? Ой, только не говори, что это какие-нибудь лазеры или раннер, где нужно тупо... Ну, конечно, это сама по себе игра, раннер. Ой, это что? Не понял. А, понятно, что здесь надо делать. Слушайте, прикольно. Ёп! Да что ты делаешь-то, блин, долдон? Нет, тут, вот тут баночки фармить вообще не круто. Ну, совершенно. Тут очень велика вероятность получить тунца. Ой. Не прикольно. Ну, ладно, давай допрыгнешь, если до баночек. А, слушайте, допрыгнул, на удивление. Прикольно. Но эта дощечка, она ждет. Этот подиум, так называемый, для дебилов. Ну, давай. Двигайся, тара. Ой. Ручку так аккуратно срезал вообще, профессионально. Эй, тихо, тихо. Блин. Нет, что-то я как-то думаю, что, наверное, это слишком жирновато-то, да, для выпуска. Или не жирновато. Не знаю. Вот-вот, серьезно. Блин, падла. Осторожно. Блин, ёлки-палки, ты, блин, ты чуть-чуть оставал. Хотя, какой там чуть-чуть, там еще... Дофига, сколько ехать-то надо было. Надо было перекатиться. А я же не люблю этим заниматься, акробатик. Это гнилой принц Перси. Вот, вот я скажу вам. Что бы стало с принцем, если бы он оказался зомби? Гребаный некромант. Падла. Сложно, сложно. Просто, просто анальная сложность. Тихо. Ты... Блин, почему? Может, тут надо что-то еще сделать, что-то другое, какое-то действие замудренное. Я даже не представляю себя. Оба. Вот так. В общем, перепрыгивать надо там, только так. Мне уже начинает трясти. Вот я не знаю, рассказывал или нет. По-моему, мне кажется, что рассказывал. В школе, когда учился, это было давно, неправда. В общем, уроки математики были. И все время на этих уроках математики, когда проходило больше 15 минут, я начинал трясти. То есть я сижу, и меня трясет, как будто я кокса не нюхал уже давно. Вот какая-то такая ломка. Ломка по отдыху. Вот. Математика — это жесткий предмет, наверное. Ребята меня поймут, которые сейчас в школе учатся. Что на этих уроках хочется просто сказать: нет, нет, прекратите это. Остановите это мучение. А конечно же никто не остановит, мучиться будете долго. В зависимости от того, куда вы пойдете, в колледж или в институт. И многие колледж выбирают, потому что неохота им еще пару лет париться с этой математикой. Ну, с алгеброй, в частности. Ай, давай, перепрыгивай. Вот, вот, да, вот сюда нужно. Угу. Это стерва ты, гнилая, блин. Ох, попробовать надо, попробовать надо. Не знаю, почему-то захотелось мне тут чистые впечатления выложить. Вам показать. Ну, надоело мне. Монтировать все, к тому же монтаж занимает много времени. А толк какой? Монтируйте, считай, нужно такие материалы, которые исключительно рассчитаны на монтирование. Ну, к примеру, там какой-нибудь клип, да,
А видео простое, прохождение там, смысла нету, там есть только тупить долго, вот, жестко. А эта игра, она на тупню не рассчитана, эта игра на сложность рассчитана. Вот. То есть, у вас, типа, будет попа-боль, и вот и все. Есть только эту попа-боль, конечно, вырезать. По-моему, это уже получается как-то отфильтровано. Все равно, что пить ультрапастеризованное молоко, в котором от молока уже одно только название. Слушайте, а это вариант, кстати. Дебил! Что-то рано я его вытащил. Кстати, можно попробовать. Блин, ножку ему подпилило. Дурак. Ну ладно. Давайте попробуем так тогда. Я не знаю, что из этого получится. Ой, ёпта. Ладно, ты еще держишься. Не, кстати, хороший вариант. Очень-очень хороший. Так, держись, братюня. Держись. Блин, хардкорище, ребята. Хардкорище, блин. Осторожно. Вот так вот, типа того. Я не знаю. Я сейчас себе язык не откусил чуть, блин. А, давай. Вторую ножку апеллируй, давай. Как женщина сидела вот апелляцию, так это. Только тут не совсем то, что я хотел, конечно, получилось. Прыгать-то ты не можешь. Блин, дурак. Ноги. Главное ему, чтобы ноги отрезало. Да. А дальше уже опционально можно справляться с этим безобразием. Ну, рука одна осталась. Значит, прыгать может. Ну, теперь... А, все равно может, да? Тихо ты, блин. Ёпта. Ой, эй, ты куда поехал? Поехал без объяснений, вообще без причин. Чё? Ты нас забыла? Ты нас забыла, курва. Хардкор. Хардкор-мардкор. Ох. Оп. Оп. Курва. Он перекатывается плохо. Он плохо перекатывается. Вот только если дождаться, пока вот этот плот, или как это называется, эта херь, она упрется конкретно уже в эту деревяшечку. Так, понятно. Спасибо. А да, в общем, геморрой тот еще. Что ж, друзья, давайте мы там на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.